Всем привет! Меня зовут Вероника, я приехала с Нью-Йорка, я смотрю канал Heavy Metal Gym и решила проверить, получу ли я бесплатную тренировочку, как было обещано. И вот я здесь. Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня второй день, когда наша подписчица Вероника пришла на тренировку. Мы отработаем приседания, тяги, еще кое-какие упражнения и поговорим о нюансах техники. Посмотрим сначала, как приседает Вероника и есть ли у нее ошибки, есть ли моменты, которые нужно корректировать. На первый взгляд все очень неплохо, довольно-таки корректная техника, хороший присед, спинка ровненькая, лопатки вместе. Девушка очень высокая, я бы порекомендовал ей единственное ставить ноги пошире и разводить носочки в стороны. Поэтому из-за того, что техника у нее хорошая и постановка ног из-за того, что узкая относительно ее антропометрических характеристик, ей тяжело садиться ниже. Запомните, девчонки, в широкой стойке и разводя носки в стороны, грубо говоря, приседая в пауэрлифтерской манере, вы сможете садиться гораздо глубже с ровной спиной. Вспомните, как садятся дети, раскрывая пах. Это нужно понимать, все это нужно учитывать и, естественно, отрабатывать не только на тренировке, но отрабатывать все эти движения, особенно приседы и тяги, румынские тяги, именно дома, в домашних условиях, снимать себя самостоятельно на видео и корректировать ошибки. Все мы прекрасно знаем все нюансы техники. Все мы прекрасно знаем и понимаем, какие могут быть ошибки. И когда нам говорит тренер, мы все равно это воспринимаем как-то не так, как если мы это увидим самостоятельно. Именно так корректируются и быстрее всего убираются все недочеты техники. В любом упражнении. Вы смотрите на себя со стороны. Вы будете четко видеть уже и понимать, где и что нужно подкорректировать, где что поправить. Это отложится у вас в мозгу, как ничто другое. Кто бы что вам ни говорил, все равно здесь действует правило. Лучше один раз самому увидеть, чем тысячу раз что-то услышать. Когда вы становитесь пошире, раздвигаете носки, вам легче сесть и больше задействуются мышцы, именно ягодичные и бицепсы бедра, меньше работают квадрицепсы. Это отличное упражнение и для внутренней части ног, потому что вы делаете большинство бесполезное упражнение, такое как сведение ног, хотя можно просто приседать. Вот видите, я сейчас показываю Веронике, насколько легче приседать с ровной спиной именно в поясничном отделе, не клевать поясницей, как многие это говорят и называют, именно в широкой стойке, относительно широкой. Пробуйте, экспериментируйте. Сейчас мы добавили вес, вес на самом деле детский, потому что блины, как вы знаете, кроссфитерские, они зрелищные, но они легкие. Вот сейчас Вероника попробует, встав в более широкую стоечку, разводя носочки в стороны, поприседать. Все равно еще есть куда стремиться именно относительно глубины приседа, но уже гораздо лучше. Обратите внимание, что поясница уже не так клюет, можно сказать, что практически идеально. Главное, что Вероника не распрямляет коленки в верхней позиции, не выводит колени далеко вперед, что огромный плюс для ее высокого роста. А многие из нас, вы знаете, жалуются, когда выходят колени и все это сносят на то, что у них высокий рост. Но, друзья, все нюансы техники нужно отрабатывать. Можно убрать любой недочет. Не забывайте, что для того, чтобы глубоко, хорошо и качественно садиться, необходима растяжка. Есть у меня ученица одна, она латиноамериканка, симпатичная девочка, Стефани. Так вот, у нее проблемы с растяжкой, из-за этого нам тяжело приседать. Плие так вообще практически не получаются. Я борюсь с ней, чтобы она дома отрабатывала, делала растяжку, но подозреваю, что она это не всегда делает. Поэтому
Друзья, девчонки, растягивайтесь каждый вечер дома. Смотрите еще один важный нюанс. Никогда не снимайте штангу с одной ноги. Подходите под штангу двумя ногами и снимайте ее в таком положении. Это уберегает нас от травмы, так гораздо безопасней и технически грамотно. Даже на легком весе. Приучайте себя к этому сразу с первых ваших шагов. Потому что все записывается на наш жесткий диск в головном мозге. И потом очень сложно переучиваться. Поэтому не спешите. Приседайте столько, сколько вам нужно. С легким, доступным весом. Пусть даже с пустым грифом. Пока вы не наработаете четкую технику. Потому что переучиваться очень и очень проблематично. А все мы хотим все и сразу. Но нет, друзья. Давайте необходимое время проведем с довольно доступными весами. Но скажу вам сразу, что вы все равно какой-никакой вес будете использовать, потому что приседать с легким очень пустым грифом сложнее, чем приседать, когда есть какое-либо отягощение. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что вес помогает нам держать спинку ровненько. Еще очень хороший совет для того, чтобы не круглилась поясница, это делать глубокий вдох перед приседом, садиться глубоко и с выдохом вставать, а также держать лопатки вместе. Если у вас лопатки сведены вместе, вы не сможете округлить грудной отдел позвоночника. Точно так же держите вашу шею прямым продолжением позвоночника. Не переразгибайте ее. И ни в коем случае не наклоняйте голову вперед. Для этого достаточно смотреть перед собой, выбрав какую-нибудь точку на стене, и следить за ней в момент выполнения приседаний. Сейчас я рассказываю Веронике как раз-таки о этих нюансах, корректирую ее, но в принципе я доволен ее приседом, и подкорректировав стоечку, одну-две тренировки, все будет замечательно. Сейчас мы попробуем сделать другое упражнение. Посмотрим, как Вероника будет работать в румынской тяге. Отработаем тоже все моменты, все нюансы. Надеюсь, что по приседаниям вам понятно. И не остается никаких вопросов. Если вопросы есть, пишите их. А лучше заходите на мой сайт hmgym.ru и в статьях. Как в становой тяге, так и в приседах есть все нюансы на любой момент движения. На каждый момент движения у меня есть отдельная статья. На то, как подходить к штанге, занимать стартовую позицию, как начинать движение, как работать в амплитуде, как заканчивать движение. Все это очень и очень важно, но на самом деле это все и очень просто. Единственное, нужно следить за всем этим и понимать. Смотрите, как грамотно делать румынскую тягу. Берем мы все равно вес, как для становой тяги. Ни в коем случае не наклоняемся вниз. И не нужно отклоняться в верхней точке. И даже выпрямляться полностью не нужно. Оставляйте легкий наклон. Во-первых, это будет оставлять нагрузку в работающих мышцах, а во-вторых, это снизит риск получения травмы и не будет перегружать межпозвоночные диски, что очень и очень важно. Мы хотим с вами быть не только красивыми, но и здоровыми. Точно так же и опускать штангу необходимо, четко с ровной спиной. А сделать это можно именно как в классической становой тяге. Ну что, будем пробовать обучить всему этому Веронику. Возможно, она уже это и умеет. Посмотрим. Итак, перво-наперво нужно грамотно подойти к штанге. Как это сделать? Очень просто. Ваши ноги должны касаться грифа. Если вы останавливаетесь вот так, как сейчас остановилась Вероника, это неправильно. Нужно четко касаться ногами грифа. Тогда вы, когда опуститесь в присед, чтобы поднять штангу, вы примете правильное для вас положение. Какие ошибки совершает большинство в румынской тяге? Это начинать движение с наклона. Неправильно. Нужно отталкивать себя грифом назад. И за счет того, что таз уходит далеко назад,
получается наклон. Наклон – это следствие увода таза назад. Вы должны четко ощущать мощное растяжение в бицепсах бедра. Это можно прочувствовать даже без веса. Никогда не смотрите вниз. И если вы отталкиваете себя грифом назад, то движение будет получаться грамотным. Можно даже немножко, чтобы отрывались носки. Не спешите. Нужно делать все очень и очень плавно, аккуратно. От этого тоже зависит ваша техника. Вот сейчас я Веронике объясняю, что нужно подходить на старте движения вплотную. Вот Вероника тоже спрашивает, что должно чувствоваться, ягодица или бицепс бедра. В принципе, ягодичные вообще редко очень чувствуются во время выполнения движения. Самое главное в этом движении вы должны чувствовать острое натяжение и растяжение бицепсов бедер. Вот на этом нужно сосредотачиваться. Вы даже без веса должны это чувствовать, когда делаете это упражнение. Вероника, здесь не от концентрации зависит внимание, а от техники именно. Если ты не чувствуешь напряжение, растяжение бицепса бедра, это не значит, что ты не напрягаешься ментально. Это значит, что техника неправильная. Значит, ты делаешь больше наклон. А нам нужно делать увод таза назад. Ты практически даже носки должны как бы чуть отрываться. Ты должна чувствовать, что ты хочешь тазом как будто стену проломить. Да, все делают наклон. И в гудмонинге это основная ошибка. Не нужно этого делать. Но в наклоне тоже чувствуется бедра. Но это опасно. Нет смысла. Опасно и технически неграмотно. Совершенно верно. Румынская тяга и гудмонинги, наклоны со штангой на плечах, выполняются технически грамотно за счет уведения таза назад. А наклон – это уже следствие, повторяю, того, что вы уводите далеко таз назад. Представьте себе, что вы отталкиваете попой кого-то, либо хотите проломить стену. Тогда все будет выполняться очень грамотно со стороны техники и со стороны здоровья. Единственное, что следите за тем, чтобы было движение медленным и плавным. Это гарантирует грамотную, безопасную технику. В любой становой тяге, румынской или становой, необходимо, чтобы гриф всегда скользил по вашим ногам. Поэтому тренируйтесь в штанах, а еще я рекомендую приобрести тяжелоатлетические гетры. Они помогают избежать ссадин, синяков, что очень и очень важно для любой девчонки. Да и парням тоже не очень хорошо раздирать ноги в кровь. Работаем мы с весом, который позволяет сделать нам от 12 до 15 повторений. Для каждого это будет свой вес. Никогда не спрашивайте, с каким весом мне работать. Грамотный тренер дает вам диапазон повторений. А вы должны уже подобрать в этот диапазон доступный для вас вес. Самое главное, чтобы вы укладывались в диапазон этих повторений при идеальной технике. Тогда все будет хорошо, все будет здорово. Вы не будете страдать от неправильной техники, не будет страдать ваше здоровье. И, конечно же, целевая группа мышц будет получать достойную нагрузку. Все очень просто. Самое главное, повторюсь, понимать все нюансы техники и записывать себя на видео со стороны. Смотреть и наблюдать за собой. Бон аппетит, Джанет! When we make video for your... I know eating. We have to do that. Russian people ask me when. When about the eating too? I will. I promise soon. Russian people very love you. I love them more. Thank you. Ну что, сейчас будем делать выпады.
Да, кстати, вчера разговаривали с Ирой, вместе с которой тренировались. И она занимается всего месяц, и она сказала о том, что для нее удивительно, что за один месяц, с учетом того, что она тренируется всего 3 раза в неделю, без кардио, можно добиться уже таких визуальных изменений. То есть, что нас мотивирует, то, что чаще всего мы видим в зеркало. Конечно. Что ее мотивирует, она видит это в зеркало, и ей хочется заниматься. Но просто у нас в России, опять-таки, вот этот стереотип, который мы не можем из головы выбить, как я буду заниматься всего 3 раза в неделю, как я буду делать всего там 3-4 упражнения, еще и не делать кардио, буду худеть, что-то из разряда невероятного. Вот многие думают как раз таки, ты, наверное, тоже как подписчица, что я обманываю, да, что мы там тренируем Таню, а на самом деле там еще в другие дни там что-нибудь делаем. Нет, друзья, на самом деле секретов нет. А если есть, то он очень прост. Хороший, качественный силовой тренинг и питание. Невозможно, если грамотно, тяжело тренироваться вот в этих упражнениях базовых, ты каждый день тренироваться просто не сможешь. Ну и плюс они кажутся вроде такими легкими. Изначально ты читаешь программу, думаешь, там приседания, там становы и так далее, все это так легко и просто, но ты попробуешь сделать там 3-4 упражнения и все. Ну что, давай посмотрим, как ты делаешь выпады. Да. Сейчас я тебе подам штангу. Самое главное, друзья, в выпадах, так же, как и в приседах и в тягах, держать спинку ровно. Основная ошибка всех, выполняющих приседы, особенно в ходьбе или просто в вышагивании, это по инерции уводить тело вперед, и вследствие чего коленка выезжает за носок большого пальца, за большой палец стопы. Это неправильно. Нужно сделать четкий шаг, сесть четко вниз, может быть, даже немножечко назад, и вес передней ноги должен быть четко направлен в пол через пятку. Тогда вы с гарантией прокачиваете не квадрицепс, а именно ягодичные мышцы. Причем и бицепсы бедра включаются в работу в обеих ногах, и делающий выпад, и остающий сзади. Это очень важный момент. Еще, чтобы удерживать равновесие, не шагайте по прямой линии, иначе вас будет качать. А делайте, если вы делаете вышагивание правой ногой, немножко шаг вправо в сторону, левой влево в сторону. Ширина шага должна быть такой, по идее, чтобы угол колена передней ноги, когда ты садишься и встаешь, должен быть 90 градусов. А просто некоторые делают, ну это обычно чаще всего выпады, когда на месте, то есть наклоняются чуть-чуть вперед. Не стоит никаких наклонов. Как для приседа, максимально насколько можешь ты держи спину ровненько и садись вниз. Вот самое сложное, хочется по инерции, как ты видишь, да? Хочется пойти. Во-первых, нужно шагнуть, потом остановиться и сделать четкий сет вниз, вниз, вверх, даже, может быть, чуть-чуть назад.
Вот Вероника ни разу не пробовала делать, но попробуем, вдруг она может отжиматься и не в гравитроне, на натуральных брусьях. Почему я не рекомендую делать отжимания в гравитроне и подтягивания? По той простой причине, что на своих учениках, как на парнях, так и на девчонках, я убедился, что это тренажер для сачков. Очень сложно набирать там силовой потенциал, набирать силовую базу. Необходимо, если вы не можете подтягиваться ни разу и отжаться от брусьев, все равно работать собственным весом. У меня очень много видео, как это можно сделать с помощью машины Смита, если мы говорим о подтягиваниях, и с помощью скамейки одной, двух, для того, чтобы отжиматься. И даже можно использовать скамью, машину Смита, тоже для отжиманий. Если выставлять ноги вперед, а руки назад и делать отжимания. У нас в зале есть вот такие прекрасные маленькие брусья. И я девчонок всех гоняю через них. Все мои ученицы ненавидят это упражнение. Но делают, и сила очень быстро растет. Я уже не раз говорил, что работая с собственным весом, неважно в каком упражнении, наше тело почему-то очень быстро привыкает к нагрузке и очень быстро и качественно растет сила. Попробуйте, вы будете сами поражены, как быстро вы научитесь делать то или иное упражнение. Если вам легко делать упражнения, держа ноги на полу, то можно ставить их на возвышенность. К примеру, как вы сейчас видите на видео, используя для этого скамейку. Попробуйте все это, и вы убедитесь, как быстро и качественно изменяется ваше тело, изменяется подход к тренингу. Никогда не бойтесь ничего. Если вы грамотно соблюдаете технику, то никогда не получите никакой травмы. Девчонки, вы ничем не отличаетесь от мужчин, поэтому тренируйтесь тяжело, грамотно питайтесь. Ну все, будем прощаться, друзья. Если у вас есть вопросы, комментарии, пишите. Вероника, кстати, тоже планирует выступать. Она в России выступала на чемпионате Татарстана, занимала 3-е место среди 26 участниц. Это очень хороший результат. И по технике, в принципе, по общему состоянию вы видите, что не так много на самом деле работы. Главное было бы желание, понимание в вопросах питания, всего остального. Не переусердствовать с кардио, чтобы, не дай бог, не пережечь и так мало мышечной массы у нас. И не нужно бояться задавать вопросы. Если что-то непонятно, да? Нужно всегда спрашивать. И не бойтесь менять тренера. Почему-то люди в большинстве случаев... вот даже если они видят, что тренер что-то не то делает, что-то он какой-то не такой, все равно как-то не меняют. Не стесняйтесь, вы платите деньги. Это как доктор, пластический хирург. Это тренера зомбируют, они же говорят, нужно... Не, просто видеть. Давят у нас как-то там на какую-то порядочность, да, на жалость. Да, друзья, да, вы да. Кроме себе никому ничего не должны. И своему телу, своему здоровью, своим будущим детям. Здоровье. Ну все, всем пока. Увидимся в следующий раз. Только громко. Громко? Да, громко! Всем привет! Меня зовут Вероника. Я приехала с Нью-Йорка проверить, получу ли я бесплатную тренировочку. И вот я здесь. А еще ты забыла сказать, что ты смотришь канал Heavy Metal Gym. Да, еще я смотрю канал Heavy Metal Gym. Не, ну не так надо. Давай по новой. Сейчас вот сделаем. Живет в России, рекомендую к употреблению шикарные батончики от российского производителя. Разнообразие вкусов и результат вам гарантирован. Подписывайтесь на канал моего друга, который тренирует своего сына. И вы узнаете, как грамотно развивать своего ребенка психически, физически с самого раннего возраста.